Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, приступим, пожалуй. Так, секунду. Что у нас? Ага, готовенькие. Так, а здесь еще рано. Ну, ребят, я вот так сделаю. Замечательно. Так, отправлять пока не будем. Пока не будем. Так, и у нас с вами ежедневное испытание. И разыгрывается, как я погляжу, тыква. Тыква-головый. Давайте, ребята, наверное, приступим. Так, мертвый камень восходящего. Угу. Поехали, ребятушки, посмотрим. Так, у нас здесь тыква-головый, голем и банши. Хорошо. Соберем свой отряд. Так уж и быть. Ребята, будем брать стандартный, да? Берем, значит, фаербол. Так, давай-ка, наверное, возьмем циркулярочку нашу. Подожди, какой? Ты иди отсюда. Ты мне здесь пока не нужен. Так, берем нашего самурая, ниндзю и голема. Вот такой, ребята, компашкой мы сейчас будем с вами пробовать проходить это испытание ежедневное. Фух, с богом. С богом, ребята. Так, ну что, пока вроде бы тихо. Никого не вызывает. Я пока буду копить манну, ребята. Так, вышел голем. Хорошо, мы его сейчас встретим тоже. Так, банши, вот это плохо. Поэтому нам, наверное, надо будет, ребята, вызывать ниндзю. Да-да-да, я думаю, что это лучший вариант. Давай ускоримся. Замечательно. Ой-ой-ой-ой, тыквоголовый. Пошел ты отсюда, а. Маразматик. Так, ребята, не расстраиваемся. Давайте дальше бомбить. Так, хорошо идет. Банши сейчас убьем. Нормуль. Да что такое, он голема за големом вызывает. Ладно, давайте тоже вызовем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как он наносит урон охрененно, ребята, этот тыквоголовый. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, не надо, не надо так шутить. Фаербол полетел. Замечательно. Ну что, ребятушки, давайте бомбить базу. Да. Ха-ха. Ну что я вам могу сказать? Мы с вами зарабатываем... Сколько? 22 карточки, по идее, должно быть. Тыква-голового. Битва он. И... Да, ребятушки. Ха-ха. Это сладкая победа. Ну что же, погнали еще. Нам 12 карточек тыква-голового не помешает. Согласитесь? Я думаю, что вы тоже будете не против. Так, делаем... голема. И согласитесь, вот эта вот комба просто имбовая у меня. Во-первых, смотрите, в чем прелесть вся ее. Вот этот вот голем, он у нас идет как голимый танк. Да, он мало наносит урона, но он очень хорошо держит удар. Самурай. Самурай, он среднее что-то между танком и дамагом. Но у него есть спецвозможность. Когда он погибает, он начинает рьяно махать мечом. Соответственно, наносить дополнительный урон даже после смерти. Ну, ниндзя, как вы понимаете, это у нас убер против летающих. Плюс саппорт в плане поддержки тех же самых танков и дамагеров. Ну, а самый главный дамагер, конечно же, у меня здесь циркулярка. Уж очень много он наносит урона. Я не знаю, кто больше его может наносить. Но циркуляра здесь просто рулит. Наверное, джаггернаут еще бы был бы неплох. Но так как у меня его нету, ребята, я его не беру. Точнее, он у меня есть, но он слабенький, не раскачанный. А так, в принципе, да, джаггернаут меня устраивает, в принципе, во всем. И как танк, и так и как дамагер, он бы очень даже хорошо пошел бы. Но не забываем, ребята, что у нас есть новые персонажи, которых мы еще с вами не видели. Я... не могу их оценить по полной программе, так как... Тихо, тыквоголовый, куда ты прешь? Давайте вот так попробуем. Шикарно. Почему? Потому что, ребята, я не могу испробовать новых персонажей в полной мере. Ту же самую ведьму, да? Хоть я с ней и дрался. Также я не могу, например, проверить друидку. До сих пор еще не видел ее. Даже как она воюет, что она из себя представляет. Так, ребята, давайте, базу. Есть. И вот таких вот карт, которых мы еще, как говорится, на 100% не проверяли, очень у меня много. Ну, я думаю, что наступит тот момент, когда мы с вами все это протестим. Обязательно протестим.
Так, ну что, ребята, давайте тогда пойдем еще за остальными 6 карточками. Потому что тыквоголовый, как вы видели, очень хорош. Как я вам говорил, он во время своего фаербола, он бросает голову, точнее, наносит урон абсолютно всем. То есть и в того, в кого он бросает, и рядом стоящих персонажей. То есть, ну, в принципе, это неплохой такой, можно даже сказать, замена ниндзя. Я вот единственное не знаю, может ли он воздушные цели подбивать. Но мы можем это с вами скоро проверить, так как у нас скоро тыквоголовый, наверное, получит 3 звезды. Нам его останется только лишь прокачать, и там уже все это дело проверим. Так, тихо, вот это вот мне не нравится, если честно. Отлично. Сейчас фаербол, наверное, звезды нет, стопудово говорю. Он ждет фаербол. Да-да-да, ребята, сейчас... А, нет, у него же не фаербол. Что я? Что же я так тупанул? У него же притяжка, или как это называется, не знаю, что за спецудар у этой базы. Ну, вы знаете, что он притягивает. В этот момент никто из бойцов не может ничего сделать. Просто в ступоре. Я не могу понять, что за дела-то, ё-моё. Эй, тыквоголовый, вали отсюда! Блин! Ну, ё-просоте! Где у меня фэрбол? Я не могу понять, почему мы не можем наносить урон? Странно как-то это все. Получите, гаденыши. Так, манна моя. Ниндзя, ну добей ты его. О, молодец, молодец. Есть. Фух, ребята, ну что же. Ежедневное задание мы сегодня с вами выполнили на 100%. Без единого, как говорится, проигрыша. Так, сколько? 7 карточек, отлично. И давайте-ка мы с вами, знаете что, посмотрим, кого мы можем сегодня улучшить. Так, армия. Давайте глянем. Ага, у нас улучшается, ребята, баллиста. Получает он 3-ю звезду. Ну, конечно, будем развивать. Так, стрельба из лука 10%. То есть шанс заморозить движение врага со стрелой. Понятно, это очень, кстати, хорошо, что мы можем фризить. Так, и вроде бы все, больше, ребята, никого. Подождите-ка, а если я посмотрю, сколько нам нужно еще до этого, как его звать, до тыквоголового, он у нас занежить. Слушайте, совсем немного, 26 карточек, и, в принципе, мы его прапаем на 3 звезды. А потом уже, я думаю, что можно будет его взять с собой в компашку. Но также не забываем, что у нас и ведьма на подходе. Ну, правда, у нее будет всего лишь 2 звезды. Ладно. Нам пока спешить некуда, будем потихонечку с вами развиваться, качаться и так далее. И все у нас будет хорошо. Так, друзья, надо взять, ребятушки, у них подарочки. Так, ага, все? Больше ничего нету? А, нет, есть, ребята. Конечно, с подарками как-то вот тяжело идет, что-то постоянно глючит, лагает, не понимаю почему. И, кстати, смотрите, что у меня получается, ребята, по опыту. Скоро, скорее всего, мы с вами получим 53 уровень, а может быть даже и сегодня. Ну что же, в магазине у нас бесплатно, ага, черепаха с пушкой. Ну, давайте вот так вот сделаем с вами. Все, отличненько. И переходим уже непосредственно с вами, фух, к основной сюжетной линии, ребята. Так, здесь у меня пройдено. И давайте-ка здесь. Что у нас тут за бойцы? Смотрим. Ребят, смотрите. Ниндзя. 4-звездочная. Ёлки-палки. Это же прикольно. Это очень прикольно и в то же время очень боязно. Я думаю, что для этого боя нам лучше взять... Так, секунду. Ну, блин, я вот не знаю, ребят. Ладно, попробуем этой командой. Может быть, все-таки у нас здесь получится. Тут главное что? Чтобы ниндзю перехватывать. Это как бы здесь наш самый будет основной враг. Ага, смотрите, что он сделал. Он вызвал самурая. Ладно, самурая мы сейчас... А вот, ребята, и ниндзя. Вот этого я боялся. Вот этого я очень боялся. Так, ну, моя лучница, ребята, не сможет передамажить. Не сможет. Да чтоб тебе, давай. Есть, ребята, я вызвал воина. Так, а ну-ка, давайте, иди сюда. Вот, это уже другой разговор. Все, ребята, мы уже, можно сказать, выровнялись с вами. И теперь уже его на базе будет кранты. Да-да-да. Мы еще и заморозочку так вот сделаем. Ха-ха.
Слушайте, ну вот этот вот воин-маг очень великолепен, я вам уже это говорил в прошлых сериях. Она себя очень великолепно проявила, поэтому, ребятушки, советую, как и мне, в принципе, вы советовали качать ее как можно быстрее. Ну что же, давайте заходим сюда и смотрим. Здесь у нас собака храмовая, плюс... Ого, 52 уровня, ну 3 звезды, ладно, и самурай 52 уровня. Ладно, здесь мы, в принципе, должны без особых проблем пройти. Ничего тут сложного нету. Пес храма — это ерунда. Он там тявкает, и у него очень редко срабатывает испуг. Ну, а нам нужно, ребятушки, так, а давайте посмотрим, кто сильнее. Так, подожди-ка. Давай посмотрим, справится ли она вот, вот, видели, ребята? Отражение урона. То есть она отражает урон. Это просто, это убер класс, ребята. Ну, вы представляете, что может быть лучше в игре, если не отражение урона? Наверное, только бессмертие. Ну, вы сами знаете прекрасно, что такого здесь у нас нету. Да, очень я рад. Так, карточку мы с вами получили. И все, ребятушки, как вы видите, мы уже разбираем базу. Слушайте, ну дамаг, конечно, у воина-мага очень хорош. Она, в принципе, одна смогла завалить самурая. Она одна смогла завалить пса и пойти дальше. Да, я не спорю, у нее сработал спецскилл на отражение. Но все-таки, ребята. Ох, классненько. Надо будет ее обязательно, ребята, прокачать. И если будет на нее ивент, я обязательно пойду, чтобы добыть еще несколько карточек, несколько ДНКшек, чтобы ее раскачать, конечно же. Так, вот здесь немножко у нас будет сложновато чем? Тем, что появляется черепаха с пушкой. То есть это довольно неплохой дамагер. Стоит он на дальней дистанции, ну и вы прекрасно знаете, что бомбит она не по-детски. Очень некисло. Как же она хороша, ёпарасете, ну вообще просто великолепно, ребята, это как танк плюс маг, ой, красотища просто. Ей все нипочем, все нипочем. Вот это да, вот это вот у нас такие, ребята, новые персонажи. Я очень этому рад. А вы представьте теперь, если сзади вот этой барышни, например, поставить какого-нибудь хилбота. Представляете, а? Который будет ее постоянно хилить. Это вообще просто что-то будет. Так, ну ладно, ребята, мы, смотрите, идем с вами просто на изи. И здесь у нас 53 уровень уже. Угу. Блин, вот тут уже хреновенько. Он меня сейчас может здесь задавить спамом. Ну, я, конечно, попробую сейчас отбиться, но будет довольно тяжело. Вот о чем я вам и говорю. Видите, бежит Архаровец. Ладно, давай боевуху мы тебе вызовем. Посмотрим, как ты справишься. Так, и, соответственно, будем вызывать воина. Воин, давай быстрее, потому что моя боевуха здесь не справится в одно жало. Ёпарсте, сейчас будут тут прожарить, по-моему. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, слишком много. Ну-ка, давай вот так попробуем сделать, ребят. Хорошо. Есть. А ну-ка, давай-ка вот так торнадиком их всех туда. Замечательно. Так, мне, знаете, что не помешало, ребята? А, в принципе, нет, пока не будем вызывать, ребята, я хотел вызвать нашу богиню света. Ну, а зачем? Здесь, я думаю, она не нужна. Вот, в последнем уровне, пожалуй, да, пригодится, но не здесь. Так, и мы уже, ребята, разносим базу просто в хлопья. Давай, родные мои. Поднатужились, слиганцушки, и все. Да? Слушайте, ну с этими барышнями я прохожу просто, как я не знаю кто. Просто эксклюзивно. Ага. А вот здесь уже, да вы посмотрите, что у нас здесь, ребята, за карты у врага. У него этот, ну как его назвать, я даже не знаю, блин, соловей, разбойник, свистун, короче. Ветродуй, как его еще, 54 уровень. Плюс жаба 52-го, самурайка. В общем, здесь очень много дальников, поэтому я думаю, что... Наверное, вызвать вот эту вот бригадушку не помешает. Могу, конечно, ошибиться, но давайте проверим. Хотя, знаете что? Я боюсь, что Ветродуй моего деда не подпустит к себе. А богиня света, как ни крути, все-таки может его лучом прожаривать. Вот дилемма. Ладно, ребята, я все-таки рискну вот этой бригадой. Попробую разочек. Нет, так переключимся тогда.
Потому что для чего я взял именно вот эту бригаду? Потому что здесь есть оборотень. Оборотень нам для чего здесь нужен? Естественно, перепрыгивает танков, бомбит тех самых дальних черепах. И кто там еще у них? Тихо-тихо, подожди, ребят, тихо. Так, ну здесь, естественно, голем. Голем, так, тихо. Храмовый пес, куда ты побежал? Я не пойму. Тебе что, жить? Опачки! Сработало все-таки. Сработала у него пугалка. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребятушки. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Бам! Шикарно. Шикарно, да не шикарно, ребята. Не очень-то хорошо, я вам скажу. Все здесь выходит. Так, ну мы уже базу бомбим. Так, все, я накопил, ребятушки, себе на деда. Дед у меня, как говорится, ждет. Ждет команды. Уф-ху-ху-ху-ху. Шикарно. Я знаю, почему, ребята, он никого не вызывал. Потому что он копит. Вы извините, но это просто нечто. Пока он, видимо, копил себе на ветродуе, мы его просто разобрали. Я глазам своим не верю. Как легко мы здесь с вами прошли. Ой, красавица, давай. 10 карточек выпало. Ну сколько мне еще этих карточек нужно? Это просто уму непостижимо, ребята. Так, ну что же, мы приходим с вами на локацию. По-моему, это захватчики у нас, да? Фух, да, захватчики. И здесь у нас, смотрите, улитка 54 уровня и бородавочник 53-го. Поэтому я думаю, что никто не будет против, если я выберу... Да, кстати, ничего смешного нету. Вот именно эту бригаду я и выбираю. Почему, я думаю, что вы, наверное, уже догадались. Потому что здесь у меня есть... Вот сейчас он будет улитку взять, видите? Вот так вот. Пардонче, ребята, просто дочка в школу собирается и немножко мне тут как бы отвлекла. Ладно, смотрим. Так, бородавочник, вот это плохо, ребята, вот это плохо. Ой, подожди, что такое? Я же хотел же, ё-парсете. Ладно, посмотрим, оглушим, нет? Нет, мы не оглушили, ребят, придется вот так вот. Есть, есть контакт. Вызываем, короче, своего паладина. Да чтоб тебя, улитка ты поганая. Так, бородавочник, хорошо, что не бежит. Это для нас плюс. Знаете, что плохо вот в этой пачке моей? Нету дамага, понимаете? Дамагера нету. И это как бы меня немножко расстраивает. Во-во-во-во-во, давай-давай-давай-давай, разбегайся. И бум! Отлично. Ну что же, остается только лишь... Ай-яй-яй-яй-яй. Бомбить базу? Вот-то я еще помогаю таким способом. И все, победушка, ребята, за нами. Так, замечательно, продолжать. Слушайте, ну, боюсь, что вот здесь уже не поможет мне вот эта вот бригадушка. Хотя, хотя... Хм, улитка слабее, да, стала? Так, бородавочник плюс этот стрелок, жаба с пушкой, блин. На самом деле, он не похож нифига на жабу. Моя боевая жаба, да, похожа, а вот это вот, извините, нет. Ну, как вы думаете, стоит мне сейчас это делать или нет, проворачивать вот этой бригадой? Давайте рискнем разочек, а? Как говорится, мы же не корову проигрываем, да? Ну, так, запомним, он всегда выпускает улитку, поэтому, ребята, нам нужно брать на опережение, вызывать своего черного рыцаря. Он дешевый, он выдержит удар, поэтому все хорошо. И теперь мне нужно вызывать, естественно, ребята, паладинушку. Вот, 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 вот то, что нужно сейчас было, великолепненько. Так, вот боевая жаба меня здесь не устраивает, блин. Нервирует, честно вам скажу, очень сильно нервирует меня эта боевая жаба. Мы сделаем вот так. Отличненько. Отличненько. Вот черный рыцарь еще чем хорош, он все-таки бежит немножко быстрее, чем... А что сейчас было? Он немножко бежит быстрее, чем паладин, соответственно, как бы вам сказать. Если улитка, например, появляется, да? Появляется. То она будет убивать черного рыцаря. То есть паладин у меня практически никакого урона не получит. Вот что я вам хотел сказать. Ну что, давайте добиваем базу. Да, добиваем базу, ребята. И переходим на следующий этап. Вот так вот. Здесь у нас появляется воблер. Воблер это еще тот, ребята, пройдуха. Вы все прекрасно это знаете. Поэтому я, наверное, отважусь взять... Погоди-ка, отважусь взять. А здесь у меня... Слушайте, если только спамить циркуляркой вот эту улитку. Давайте попробуем. Вызывать будем циркулярку. Соответственно, улитка будет его уничтожать практически сразу же. Ну, а мы в этот момент будем, наверное...
с вами вызывать голема. Так, я вызову еще. Пока никого не вызвал, смотрите, ребята. Тихо все. Тогда я вызываю голема, естественно, ребята. Вызываем голема и прикрываем его циркулярой. Что он там притекает? Ах, вот он что хочет сделать. Смотрите, смотри, ать! Сразу двоих, блин, сразу двоих, соответственно. Так, ребята, а вот здесь я немножко лопухнулся. Лопухнулся я, знаете почему? Потому что нужно было вызывать... Ну ладно, пока вроде бы неплохо. Есть, контакт. Оборотень, вот, я хотел давно его вызвать, ребята. А ну-ка, пошел отсюда. Нищеброд, блин. Ну что же, все, ребята. Здесь больше нет у него никакого варианта, кого бы он сейчас не вызвал, никто не выживет, смотрите. Да, красиво, согласитесь, красиво мы здесь победили с вами. И вот вам мой обещанный подарок. 53 уровень сегодня мы с вами заработали. Ну что ж, поздравляю нас всех, ребята. Ну, а мы с вами, естественно, двигаемся дальше. Так, нет, нет, не надо мне эти бонусы. Ах, да, конечно же. Конечно же, ребятушки, нужно прапать всех моих бойцов, всех моих юнитов. Сколько бы нам денег не давали, ребята, все равно будет мало, поверьте мне. Так, давай-ка вот этих теперь прапаем. Блин, богиня света, сколько нужно тебе... Ой, еще очень много, ребята, карточек. Очень много. 2000 нужно до следующей звезды, а у нас всего 400. Жесть. Но зато, сами понимаете, да, когда мы с вами проапаем этих героев полностью, у нас уже не будет болеть голова о том, где бы нам найти, как бы ее укрепить. Нет, мы будем просто повышать уровень. А звездочки у них будут уже все. Я вот единственное не знаю, что если у нас будут... они, наверное, не будут выпадать. Да, мне кажется, выпадать звездочки и просто-напросто... звездочки. Карточки на этих персонажей просто не будут. Вот и все. А было бы неплохо, если бы выпадали, и как в черепашках можно было их продавать или менять на какие-нибудь другие. Слушайте, мне даже не хватило Или хватило? Нет, ребят, не хватило. У меня вот здесь еще... Да, ну давай, хорошо, тебя, малька, апнем. Баллиста. Так, здесь запрос, здесь тоже запрос. Шикарненько. Так, рейтинг. Ну, естественно, меня нет в рейтинге, ребята, потому что сейчас бесполезно здесь драться. И почему, вы спросите? А вот смотрите. Так, нет, лучше это показать вам вот таким вот способом. Смотрите, кого мне постоянно дают. 65 уровня. Как вы мне скажите, я должен с ним справляться? Он на 10 уровней, даже на 10 с лишним... больше, чем я. Нихера, ты посмотри. Это кто такой? Это голем? Это вот таким он становится? Офигеть, я хочу, ребята, я хочу этого голема себе. Одуреть. Блин, классно смотрится. Не то, что у меня сейчас. Так, ну что же. Ладно, ребята, хватит шутить, хватит рассусоливать. У нас с вами великие дела. Смотрим. Жаба, улитка, ага. Две жабы, то есть одна с пушкой, другая с молотом. И я думаю, что для этой компашки... Ха-ха. А вот здесь вот незадача, ребята. Я вот думаю, кого мне... Наверное, все-таки вот эту взять бригадушку надо. Почему я так решил, сам не знаю. Но вот что-то интуиция подсказывает, что именно это. Хоть здесь и очень мало у нас дальников. Одна лучница. Но у нас здесь есть воин-маг, который, как вы знаете... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, самурай. Фу, повезло нам. Слушайте, не так уж и много дамага наносит. Ой, боевая жаба вышла, ребята. Нам нужно как можно быстрее призывать воина-мага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж они творят, ироды? Ну-ка, покажи ему, где раки зимуют. Ой, как хорошо она и бомбит, ребята. Ну, просто красава. Просто красава, у меня нет слов. Одни эмоции, ребят. Так, если таких, например, вызвать еще. Так, тихонько, подожди. Боевая жаба может замораживать? А вот это для меня, ребята, новость. Ну, потому что я не брал, никогда не пользовался ей. Поэтому для меня это и новость, естественно. Слушай, она достала морозить-то. Черт подери, теперь еще и бородавочник вышел со спецвозможностью отталкивать. Блин, да что же за невезуха такая, а? Ладно, хорошо.
Я терплю до последнего, да? Все, пробили. Так, бородавочник, ты здесь не в удел, если честно, поэтому не мешай, как говорится, уничтожать твою базу. Есть. Да, ребята? А вы что хотели? Именно так и будет. Ну и у нас с вами последний уровень. Здесь у нас добавляется босс. Ну вы сами знаете, что это за босс у нас, который может любого моего юнита на определенное время переманить на свою сторону. Блин, ну здесь улитка 4-звездочная, воблер 4 звезды. Слушайте, все 4... Нет, кроме боевой жабы. И вот я сижу сейчас и думаю, может быть, все-таки здесь взять этих ребят. А не пожалею я? Да. Тут у меня... Смотрите, у меня тут 4 персонажа 4-звездочные. Ёлки-палки. Ладно, я попробую, ребят. Я попробую. Рискую, конечно, но... Не вижу другого варианта. Так, что у него там? Улитка. У него есть улитка. Понял. Сейчас она будет тут, наверное... Нет? Хорошо, я тогда сделаю так. И прикрою, наверное, да. Придется вот так сделать. Хорошо. Копим, ребята, 500 маны. Обязательно 500 маны. Кого он там вызвал? Никого? Нет, никого. Так, деньги. Иди сюда. И все, ребята, я буду уже копить. Я уже буду копить себе на... Ёпрасте, на деда же хотел копить. Ай, гадюшка, улитка. Пошел ты отсюда. Блин, ребят, ну... Что же за фигня-то такая? Ладно. Дед готов у меня. Все, ребята. Пошли. Попробуем завалить. Ой, и он вызвал. Ребята, и он вызвал своего босса. Вы смотрите. Черт подери. Я надеюсь, что он не сможет моего босса, как говорится, перехватить. Да ядрено. Все-таки он смог. Ты представляешь, он смог моего... Он смог моего босса перехватить. Да что такое-то? Как ты так умудрился? Я не понимаю. Есть! Фух, ну мой-то дед выжил, ребята, а его ныне нет, к сожалению. Нет, точнее, к счастью. Да. Давай, дедуля, подходи, наказывай его, пожалуйста. Накажи по полной программе. Уничтожь базу. Ха-ха-ха-ха. Ишь, шпана нашлась, а? Подзаборная. Думает, что вызвал своего-то. Ну, конечно, я немножко пужанулся, когда он моего дедушку перехватил на свою сторону. Я думал, все, нам хана. Но, фух, нам повезло, нам крупно повезло. И у нас, ребята, фракция людей, паладин и деревенщина. Ну, против этих дурачков мы с вами возьмем, да, пожалуй, даже можно вот этих вот взять. Ничего, как говорится, сложного в них пока нету. Ну да, паладин, ну да, деревенщина, ну и что? Сейчас деревенщина пойдет, я больше уверен, мы успеем его перехватить. Слишком много он здесь не повыделывается. Да, я сейчас еще и банджи вызову, тогда будет вообще великолепно, смотрите. Сейчас он тут будет орать. Ну, короче, этот уровень мы пройдем на изи, ребята. Надо было бородавочка мне дурочку вызывать. Вызвал тоже, ну ладно, в принципе, нормуль. Что-то он спамом меня, по-моему, давит, да? А мы вот так вот сделаем. Антиспам. Хорошо, идем. Чудесно так. Ну давай. Ну накрывай ты этого паладина. Все, ребят, мы подобрались к крепости. И, соответственно, крепость сейчас будем просто в хлам разбирать. Вот и все, делов-то на копейку, да? Ой, как кричит, как банши там надрывается, бедняга ты моя. Ох, бородавчик с разбегу и... Ну, к сожалению, и без тебя, бородавчик, успели разбомбить базу. Хотя твой удар пришелся бы здесь кстати. Так, смотрим. Здесь паладин 55 уровня, плюс копейщица 54 уровня и также маленький деревенщина 55 уровня. Хоть он и маленький, но он назойливый и он меня нервирует. Поэтому я думаю, что мы возьмем с вами, пожалуй, вот эту бригадушку. Да, это будет оптимально. Вот поверьте мне. Ух, поехали. Че нам расслабляться, да? А мы вообще-то и не напрягались, если честно. Так, ну что, где твоя деревенщина? Почему не вызываешь? Хм, странно. Хорошо, я тогда Ага, вот так вот мы сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко ты меня перехитрил, если честно. Блин, да что ж такое-то. Давай луч. Ох, как бар...
Ого-го. Слушай, ребята, а не погорячился ли я? Ты посмотри. Так, давай-ка вот так попробуем сделать. Слушай, мне не нравится, ребята, вот это вот, как бы вам сказать, копейщица, потому что она... Да ядрен ты батон, что за... Ну-ка, заморозим их всех. Так, давай, родные мои, ну пробейте, отлично. Тут у вас хорошо получилось. Фух, все, вроде бы как бы разобрали их не ряды. Плюс у меня лучники сзади прикрывают. В общем, нормуль, все у нас тут хорошо, ребята. Я уже немножко даже как бы заволновался. Но нет, выровнялись, победили, пробили, как говорится, эту оборону. И, соответственно, мы сейчас будем наказывать врага, потому что уже базу, ну, практически уничтожили. Лучники мои, как говорится, делают последние стрельбы, и все. Да, ребята, все. Слушайте, очень хорошо идем. Плавно так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ненавижу грифонов, ребята. Ненавижу я их. Вот что грифоны, что летучие мыши. Не могу я их, не перевариваю, блин, физически. Они все время мне вот спутывают все карты, ребят. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, деревенщина, погоди, дай голема вызвать. Пум. Так, давай, циркуляра, пора тебе выйти. Как говорится, на смертный бой. Джик, минус. Джик. Так, давайте-ка ниндзю вызовем на всякий случай, потому что если он вызовет своего грифона, хотя бы ниндзя у меня прикроет. Так, нормулька. Замечательно, идем пока, ребята, с вами. Так, я вызвал оборотня. Сам не знаю, для чего, если честно, здесь. Ага, вот и говнюк. Блин! Почему фаербол так не ахти сработал, конечно, ребята, у нас фаербольчик. Но это мало кого уже волнует, потому что башня рухнула, вот и все. Классно, классно. Так, а что у нас здесь? Слушайте, ничего новенького нету. Вместо грифона, грубо скажем, появился лучник. Поэтому я попробую вот этой компашечкой. Да, ребята, приходится играть со своими самыми раскачанными юнитами, потому что, ну, слабенький просто здесь не справится. Как бы этого не хотел бы я, не получится. Так, боевая жаба пошла. Ах ты, что ж ты делаешь? Ёлки-палки, ребята, надо... Да ё-моё, он спамом сейчас меня будет бомбить. Я это вижу уже сразу же, блин. Вот невезуха-то, ребята. Вот невезуха. Попробуем еще раз сделать. А вот так вот попробуем. Да-да-да, во-во-во-во-во. То, что нужно, ребята, сработало на все 100%. И пуганули, как говорится. И он убежал, бедненький там, плача в кусты, этот паладин никчемный. Ой-ой-ой-ой, давай еще раз вызовем. Слушайте, ну против такого спама я даже не знаю, что и делать-то. Смотрите, как они бомбят. Там еще лучница из-под тишка, да? Гадина. Ладно. Мы как-нибудь с вами... Опачки! Нежданчик для них такой, да? Хе-хе-хе-хе. Вот, давайте-ка вот так вот их всех скопом. Чудесно. Все, ребята, никаких шансов. Хотя, подождите, мы не будем спешить с выводами, потому что... Так, тихо. Да, тут спеши, не спеши, ребята, а победа за нами. Чудненько. Ну что же, мы переходим с вами к последней бойне. Здесь у нас, ёпарсты, вы посмотрите, ребята, 56 уровни. Грифон, 4 звезды, ёлки-палки. И... Как видите, у нас здесь... Как его звать-то? Я уже забыл, блин. Бишоп, короче. И что же мы будем с вами тут делать-то, а? Я даже не знаю. Тут-тут-тут-тут. Все как-то очень плохо, печально. Но я думаю, что надо брать вот этот отряд, ребята. Потому что... Дед... Да, мой дед, конечно, он может прийти, наказать и уйти под шумок. Но бишоп не такой простой. Он усиляет задние, точнее, передние ряды. Плюс делает защитную ауру. Фу. Ладно, я постараюсь. Постараюсь как можно быстрее вызвать... Черт, хотел накопить 500 маны на своего дедушку. Так. Ну что, попробуем, ребята, попробуем
как-нибудь. А давайте-ка я вызову оборотня, потому что вот этот лучник меня здесь будет напрягать, если честно. Так, лучник, пошел отсюда, а? Мешаешь только. Ой, я вам вызвал грифона, ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй, он вызвал, ребята, грифона. Так, а если мы вот так вот сделаем? Бум, минус грифон, ребята. Так, хорошо, главное, чтобы дедушка мой выжил. Блин, а! Ты смотри, 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 что оборотень делает, ребят, смотрите, оборотень. Молодец, молодец, братушка. Yes. Все, бишопа как не бывало. Естественно, мой дед колбасит всех. Он и грифона этого к ядрине фени отправляет процам. Ой, дед мой рассыпался. Да ладно, как же так быстро-то он. Ну ладно. Не-не-не-не-не-не. Так дело не пойдет, ребят, так дело не пойдет. Нам грифоны здесь не нужны, согласитесь. Фух, да неужели. Неужели, ребята, мы здесь сможем с вами победить? Не то, что сможем. Мы побеждаем. Мы горды носить знамя победителя, ребята. Да. И давайте смотреть сундук подданных. Что же нам здесь? Ну, нормуль, нормуль, ребята. Что я могу вам сказать? Так, и мы с вами перешли на новую локацию. И это у нас, по-моему, нежить. Да. Именно нежить собственной персоны. Но, ребята, меня пугают вот эти вот цифры 56-57. Я даже не знаю. Это для меня просто... Я не знаю, что дальше-то делать. Вы представляете, когда мы перейдем, например, в следующий портал? Что там будет? Как я должен выживать? Я ума не приложу. Но я буду стараться, ребята. Мы будем все стараться, согласитесь. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай, родная, выходи. Вот так вот попробуем. Слушайте, ну она действительно колоссальный урон наносит. Очень хороший. Даже здесь она, ребят, справляется. Ой, я вот почему-то против Банши она как-то себя плохо ведет. Может быть, она против магов хреновенько себя ведет. Хотя она воин-маг. Только одно название должно говорить за себя, что она и так сильна. Но Банши под прикрытием голема — это, конечно, сила, если честно. Но она дооралась. Блин, да опять. Я не успеваю, ребята, разобрать этого голема, как следующий выходит. Не успеваю разобрать Банши, как следующая выползает. Что нам делать в этом случае? Нам нужно... А в принципе все. Думаю, что сейчас мы пробьем, ребята. Да-да-да-да-да, ничего у него не получится. Все, начинаем бомбить базу. А вот это уже красота. Нет, все-таки успевает на дорожку он вызвать Банши вместе с големом. Но это уже, знаете, фактор, который никого не волнует. Все-таки, несмотря на то, что 56-57 уровень у врага, мы еще как-то с вами можем здесь противостоять. А вот здесь уже плохо. Очень плохо, ребята, потому что здесь оборотень. И вы знаете прекрасно, что такое оборотень. Это просто звездец. Это любитель перепрыгивать через моих танков, соответственно, идти и уничтожать дальников. Поэтому здесь надо брать такую бригаду, где нету дальников, или, по крайней мере, их мало. Они у меня везде есть. Давай-ка вот так попробуем. Я попробую, как говорится, оборотня на оборотня пустить. Не знаю, что из этого, конечно, получится. Но будем смотреть. Так, кто у него там? Ага, голем, 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 голем. Вызываем тоже голема, ребята. И Банши, блин, вызвал. Хорошо, я вызову циркуляру. Надо нанести как можно больше урона. Банши, блин, орет, смотрите. Ай. Очень-очень мощный дамаг. Так, ладно. Чем хороша ниндзя? Тем, что... Да заткни ты свой хайло, блин. Так, а если мы вот... Ой, зачем я это сделал? Зачем я вот... Блин, карточка. Циркуляра, давай, не подведи меня. Ну ты ниндзя, есть, есть, есть. Ой, ребята, а мы, да, мы получили урон, поэтому, соответственно, мы с вами хреновенько прошли. Ёпарасоте, черт подери. Нет, если бы оборотень бы не нанес бы тот свой вонючий удар бы, конечно, все было бы хорошо. Поэтому я делаю вывод, что надо брать вот эту вот бригаду. Единственное, что нам не придется вызывать здесь, наверное, лучников. Хотя почему не придется?
Можно вызвать на начальном этапе, хотя нет, 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 нет. Лучше мы будем с вами вызывать воинов. Да, чисто воинов. Так, блин, он со своей банши, он меня доконает, ребят. Он меня хочет доконать, вот поверьте. Так, давай самураюшку вызовем. Ну, да что такое? Как он так быстро, ребят, извините меня, вызывает? Ну-ка, давай вот так вот пошумим, покричим. Заморозим. Ой-ой-ой, это красота, ребята. Оборотень здесь обосрался. Да-да-да, именно так, по-другому это не зовешь. Потому что он лопухнулся. Блин, ну еще не все потеряно, ребята. Вот, вот и следующий, ребята, оборотень вышел. Куда ты со своими паклями там размахался? Слушайте, он когда впадает в ярость, он такой дамаг наносит, я имею в виду оборотень. Колоссальный, просто колоссальный. Так, ну-ка. Это я специально, ребята, сделал, чтобы этому оборотню не было повадно. Слушайте, что... А, ну, у нас, в принципе, пока все идет хорошо, ребята. Где время? А времени тут нету. Почему нету времени? А, ну, мы же перепроходили с вами этот уровень. Смотрю, такое, где время, думаю. Какое время? Время уже все истекло. Давным-давно. Так, и у нас, ребята, с вами очень мало энергии. Этой командой играть бесполезно здесь. 56-й, 57-й уровень. Куда? Вот могу только вот этой. Вот еще одну заходочку сделать. Но здесь, как видите, скелет длиннорук. Почему я так назвал? Потому что у него длинные пакли. И он, гад, достает, блин. Практически и ближника может бомбануть. Ну и, соответственно, дальника. Так, ладно. И причем он, по-моему, урон наносит всем. Да, всем. Как говорится, не... Ёпрасоте, давай вот так попробуем. Попробуем, но я не уверен, ребят, что у нас что-то тут получится. Циркуляра. Ой-ой-ой-ой, как они тут мощно, ребята. Блин. Да на нафиг. Я не вижу просто другого варианта. Да что за хрень? Слушай, ребят, мы, по-моему, здесь с вами продули. Ты посмотри, как этот ганджубас бомбит. Он действительно просто бомбит. Бомбило натуральное. Ой. Не знаю, ребята, как-то кисло, кисло, кисло. Я, конечно, попробую продержаться как-то. Эй, ниндзя мои родные. Естественно, их похоронили, ребята. Нет, этот клешнерукий меня просто вымораживает, ребята. Вот честно вам скажу, вот что-что, вот, но вот этот вот гаденыш. Вы посмотрите просто его дистанцию замаха. Нет, тут я, к сожалению, ребята, сдулся. Не хотелось мне, конечно, так нелепо заканчивать... Блин, эту серию, ну, видимо, придется именно с проигрыша. Черт бы его побрала. Клешни руки. Да, ребята, я хотел тут выиграть за счет дамага, но вы понимаете, что ничего тут такого не получится у нас. Оборотень, куда ты пошел, родной? Тут надо же было дела еще доделать тебе, а он уже ускакал куда-то. Ладно. Так. Что-то какой-то затишье, блин. Вот, опять этот клешнерукий пришел. Я не знаю, ребят, как тут можно вообще драться. Нет, ну, смотрите, у него, конечно, хорошо получается. Он банши прикрывает, как сказать, големом. Бум. О, вот так вот вам, гады. Так, ну, здесь хоть что-то получилось. Ех, это было сейчас хорошо сделано. Так, ну-ка, представляешь, сейчас мы сейчас пройдем? Да, хотя смысл-то от этого, ребят. Пройдем мы, не пройдем, это уже ничего не решает, потому что у нас победа не чистая, а мы всегда с вами играем до чистой победы. Я жалею только об одном, что раньше, да, когда я играл, я на это не обращал внимания и играл как играл, ребят. Проходил быстренько уровень и заканчивал его. А надо было действительно все уровни проходить на 3 звезды. В этом есть свой шарм. Так, ну, давайте, наверное, бомбанем фаерболом прям в этой кучу. Как хорошо. Ох, мой оборотень там наяривает. Никто ему не мешает. Нет, мешает. Голем появился. Голем появился и клешнерукий. Блин, как он меня... Вот... Из всех, кого тут можно взять, это вот клешнерукий, ребят. Не могу, прям бесит он меня. Но базу мы все равно ему снесем, ребят, на дорожку. Блин, или не снесем? Слушай, по-моему, не снесем мы ему ни хрена.
Радость тоже тут. Или снесем? Снесем. Да. Снесли, конечно, паршивенько, ребята, но все-таки выиграли. Ну что ж, дорогие. Ой, так это же еще и последняя миссия, последнее задание. И потом полетим с вами в следующий портал получать звездюлей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я даже там боюсь, там 58-й, 59-й уровень появится. Будет просто кошмар. И с этим кошмаром, ребята, мы скоро с вами увидимся в ближайших из серий. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в новенькой, свеженькой серии. Так что всем пока и до скорого.